Надо попробовать улучшить доспехи. Вроде как 14 уровень надо получить. Если не ошибаюсь, сейчас чертеж посмотрим. Вперед, плотва! Жалкое зрелище. Сколько мне еще ждать? Иди сюда. Спусти.
покуда носит. И яйца. Он колдун! Этот ублюдок... Пожалею, что тебя мать на свет родила. Ну давай! Базенком его, сукина сына! Этот ублюдок... Здесь стоит осмотреться. Вся проблема в том, что этот дурак, волколак, он отхиливается. Его ХПС выше, чем ДПС, который доносит ведьмак. Кроме того, и прошибает еще сильнее. Но! Дождик! Отдохни. Но! Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. А он же у нас не мечник. Бывай. Шевелись, плотва. Сразу посмотреть, что там надо для меча. Ты с
смотри-ка, 18. Я думал, 14. Как вариант, можно попробовать выполнить квест. Пошла. Кто пойдет прыгать по лужам? Простой способ убить волколака — это сделать квест, и возможно с него шкура упадет, хотя может и не упадет. Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел? Чего тебе? Я ведьмак. Насчет объявления, когда ты последний раз видел жену? 5 дней назад, на рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты не заметил ничего подозрительного? Может, она странно себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. Ни следа. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили. Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть, скорее скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась, с женой мясника. Спасибо, попробую ее найти, но ничего не обещаю. А говорила я ему, крышу залатай. Здравствуй, ты Гляна? Я. У меня на продаже только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Пусть и всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? На самом деле, я хотел поговорить про Ганну. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало, поболтать. В последнее время у нее все было в порядке? Не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновые люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Спасибо, будь здорова. Тетя! Ну и меч. Мой дядя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо, он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой.
Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Я хотел спросить про Гану. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя, ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Говорила, что надо есть брюхо, чтобы зубы были крепкими. А я видел, как она в лес пошла с какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синяк не мочить. Уже почти светло было. В лес? Тогда больше нет ее. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Неллен не боится. Но так ведь он охотник. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет. Она впереди шла. Я ее не видел. Спасибо, будьте здоровы. Говорила я ему, крыша золотая. Снова нам так. Дождик! Ведьмак! Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе два раза постолько, сколько обещал Неллен. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллен примирился с этим и начал жить заново. Странная просьба. Обычно люди хотят любой ценой узнать, что стало с их близкими. А что мне это даст? Сестры мне не вернуть. А кроме Неллена, никого из близких у меня не осталось. Я не хочу и его потерять. А ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Следы когтей очень глубокие. Это скорее.
скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Должно быть, это Ганна. Запах буквально разорвавшегося тела. И повсюду кровь. Надо быть начеку. Похоже на охотничью стоянку. Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Заметки. Интересно, кто их писал. Короче, вот этот охотник Неллин, он и есть волковак. Кровь едва высохла. Его сюда притащили. Интересно, откуда?
ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Сколько мне еще ждать? Oh!
Кажется, нам надо поговорить. Это Мелин! Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой. И тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. В ту ночь я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Это ваши дела. Я не буду вмешиваться, но если еще раз тебя увижу, убью. Нет! Пощади! Ты родную сестру не пощадила. Я говорил, что убью тебя. Я помню. Давай, убивай! В следующий раз, когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывай в свои дела других. Возьми вожжи и повесься на них. Я всегда был трусом. Сделай это, прошу тебя! Блять, никакой шкуры волколака, нихуя.
короче, надо какой-то навык. Ну, закрепитель-то ладно. Вот хотя бы метаболизм вот этот. Ну, это 4 навыка сюда еще накинуть надо. Ну, допустим, если не брать никаких мест сил, то будет на 18 уровне будет одно очко здесь. Где плотва? Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Бывай. Да. Чем
Чем могу помочь? Что у тебя? Это прям вообще офигеть, какие показатели классные у них. Не то что в оригинале. Такой доспех хочется. Бывай. Ее сразу в лес за хворостом посылают, чтобы ее там чудища сожрали. Волколак этого все равно придется когда-нибудь гасить. Это качать 18 уровень, скорее всего. Так это и есть тот ведьмак страшный. Улучшать мечи. Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Скажу, где Бакрата спрятана. А, мои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо.